На этих стартах командный результат важнее личного. В специализированном зале 5-й школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии борцы вольного стиля разыграли награды в зачет 22-й спартакиады школьников республики. Кому достался кубок главы Чувашии, знает наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Согласно положению республиканской спартакиады школьников, к участию в соревнованиях допускали спортсмены 2003-2004 годов рождения. Заявки на участие подали борцовские дружины юношей и девушек, защищавшие спортивную честь 19 городов и районов Чувашии. Согласно статистическим данным Чувашской республики, вольной борьбой на сегодняшний день занимается более 3000 юношей и девушек. Данные соревнования являются показателем развития вольной борьбы в районах, показателем работы тренеров, преподавателей. Командный итог подводился из расчета 10 лучших результатов, показанных представителями одной команды. Впрочем, чтобы попасть в очковую зону, совсем не обязательно было подниматься на верхнюю ступень пьедестала почета. Достаточно было попасть в десятку лучших в каждом весе. Этим воспользовался единственный представитель Ядринского района Денис Белов. В категории до 65 килограммов воспитанник профильного отделения спортшколы Присурья занял 9-е место. С 2 очками Ядринский район замкнул рейтинг командного зачета. Впрочем, и один в поле, то есть на ковре, может быть воином. В этом же весе выступал Руслан Федоров. 8 очков, начисленных ему за 3-е место, позволило и Брестинскому району занять 16-ю строчку в борцовском табеле о рангах. У нас тренер повредил руку, и с сентября мы не ходили на тренировку. Но потом папа решил нас отвезти в город Канаш. Мы ехали туда 40 километров и 5 раз в неделю тренируемся там. В борьбе за кубок главы республики целеустремленность и нацеленность на результат принесли победу дружине Вурнарского района, в активе которой 4 золотые, столько же серебряных и 2 бронзы республиканского достоинства. Правда, все медали завоевали представительницы прекрасной половины. На втором месте борцы Канаша, на третьем – Канашского района. А вот обладатели почетного трофея образца 2019 года дружина столицы Чувашии на сей раз завершила турнир лишь на 6-м месте. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.